Приветствую вас. Вы, конечно, свой вопрос задаете не совсем понятно. То есть вы называете способность человека думать почему-то болезнью. Почему-то вы считаете, что это болезнь. Я так подозреваю, что речь идет о том, что вы не можете регулировать, не можете управлять своими мыслями, вы не можете направлять их в нужное русло вам. И из-за этого у вас происходит такая вот негативная реакция, да, на то, что вы все время думаете. Если я прав, если вы действительно не можете управлять своими мыслями, то есть если вы не можете направлять их туда, куда нужно, куда бы вам, ну, хотелось бы, куда вам надо, если я прав, это действительно так, то я полагаю, что у вас имеет место быть синдром навязчивых мыслей, то есть навязчивых мыслей у вас. И это признак невроза. Невроз — это у нас вытесненные желания. Вот когда сверхэго подавляют человека, когда нормы, внутренний родитель, обязанности подавляют нас, подавляют наше внутреннее дитя и начинает влиять активно на наше поведение, когда мы хотим вести себя как-то. Хотим, например, действовать по собственному желанию, допустим. Но у нас не получается это делать, и вместо того, чтобы действовать по собственному желанию, мы действуем по необходимости какой-то, да? И наши собственные желания, они подавляются, и вытесняются в подсознание, и оказываясь в подсознании уже, наши желания подчас незримо, не всегда видимо влияют на наши мысли, на наше поведение и, собственно, даже на наше восприятие. Поэтому, если вы говорите о том, что вы не можете не думать, если вы говорите о том, что у вас не получается контролировать свои желания, не получается их как-то вот, не получается контролировать свои мысли, то это вот, собственно, навязчивые у вас идеи, и эти навязчивые идеи — это невроз. Соответственно, нужно разбираться, когда они начались. При неврозе используется метод свободных ассоциаций. Метод свободных ассоциаций — это классика психоанализа. Вот, используется исключительно при взаимодействии с клиентом, да, то есть
Вы просто приходите или подключаетесь, если речь о дистанционной беседе, и начинаете говорить вообще обо всем, что вас беспокоит, обо всем, что вообще вы, ну, что придет в голову. Вот обо всем начинаете говорить, и, соответственно, уже это можно как-то интерпретировать, и интерпретируя это, можно уже сделать выводы о том, какие именно вот вы свои желания, какие именно свои потребности вы вытесняете. Вот. Что касается болезни думать, то такой болезни нет. И, соответственно, человек думает всегда, поток сознания он непрерывен. Это отсылка, например, к Пиаше, который оформил представление о сознании, о потоке сознания, о потоках мыслей, как о непрерывной лавине такой. Вот, соответственно, нельзя называть это болезнью ни в коем случае, да? Вот. Далее вы пишете, постоянно переосмысливать все, где летать. Тут вот не очень понятно, что вы имеете в виду. Вот. Насчет того, где летать, когда ты в моменте, но где-то летаешь, это вы имеете в виду. Мечтаешь, отвлекаешься, наверное, вы имеете в виду, что фантазируешь, мысленно представляешь себе то, чего нет, возможно. В таком случае, если я прав, опять же, можно говорить о наличии у вас, ну, во-первых, богатой фантазии, бурного воображения. А во-вторых, я полагаю, что вас не устраивает, знаете, реальный мир, в котором вы живете, и, соответственно, вы пытаетесь от этого реального мира убежать, вы пытаетесь от этого реального мира уйти. И вопрос заключается в том, опять же, почему вам этот самый реальный мир не нравится, почему вас не устраивает та реальность, в которой вы живете. Соответственно, с этим нужно разбираться. Соответственно, с этим нужно работать. Вот. А для того, чтобы... То есть побороть это нельзя. Побороть это нельзя. А вы думать будете всегда. Вопрос в том, сможете ли вы управлять своими мыслями, сможете ли вы направлять ими, или они, эти самые мысли, будут управлять вами. Происходит так из-за неудовлетворенности, то есть и невроз, если он лежит в корне вот того, что с вами происходит, и желание фантазировать, это все от неудовлетворенности и, соответственно, от контаминации вашего внутреннего «я». То есть внутреннее «я» делится на три составные части, и вот какая-то из этих частей у вас контаминирована, то есть подавлена другой. И для того, чтобы, соответственно, понять, почему так происходит, нужно выявить контаминацию и выровнять ее подавление. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, почему так происходит, да, то есть почему вот постоянно переосмысливать все, вам требуется, потому что вы не принимаете реальность такой, какая она есть.
Это либо вы не принимаете себя, либо себя в в реальности. Себя в окружающем мире. Вот. Соответственно, вот так можно ответить на ваш вопрос. До тех пор, пока это непринятие у вас будет, будет потребность и в том, чтобы постоянно переосмысливать, здесь можно задать себе вопрос, для чего мне это, зачем мне это, что я хочу этим добиться, что мне это дает. И, соответственно, отвечая на этот вопрос, вы уже сможете прийти к примерному пониманию того, что с вами происходит. Ну а дальше уже либо вы сами корректируете свое поведение, либо обращаетесь к любому специалисту на нашем ресурсе и работаете с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.